Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, с вами Jetfire, с вами Resident Evil 6. Мы продолжаем, у меня по-прежнему зашкаливающая яркость, как будто я наглотался экстази. Чувак, ты знаешь, какая яркость бывает у человека, когда он наглотался экстази? Нет, не пробовал. Я думал, ты меня поддержишь. Конечно, что не сейчас. И знаешь, что я подумал? Чё? Мы ебланы. Зачем было начинать запись во время загрузки? Не знаю, надо было, наверное, все-таки действительно подождать загрузки. Ну кто знал, вдруг там была бы за этой дверью кат-сцена. Ну она то есть будет, но она все равно сопровождается загрузкой. Ну не сейчас, по крайней мере. Так. Это катакомбы. Жаль, что я не верю в Бога, твой чувак сказал, и теперь его посадят на 3 года, потому что он сказал в соборе, что он не верит в Бога. Вот тут пешка. Ну это просто заебись, меня эта игра радует все больше и больше. Теперь у меня синие куски блядских коробок. Ой, тут... Что тут? Там... Оу. Эй, я туалет там разглядывал. Как так вышло, я не понял. Вот там коробочка. Блять, в него нельзя почему-то... Там коробки две. Надо как-то открыть. Что я тебе могу сказать? Вот тут крикун. No good. It's not gonna budge. Надо как-то открывать. Ну тут написано 002. То есть дверь это 2. 021. 12. 00. А что здесь можно сделать-то, я не понял. Не знаю, вообще понять не могу. 002 говоришь? Так, ладно. Догадайся, короче, какой номер, потому что сейчас мы будем открывать. Первая точно двойка должна быть, только вот я не понял, как ее открыть. Что ты делаешь там? Тут панель, но я не понял, как цифры менять. Ладно, иди сюда, сейчас из вот этой первой двери 012 вылезет монстр. Ага, давай. А, нет, не вылезет. Так. Так, Так. Ты что-то сделал? Блять, ничего не сделал, не могу с управлением разобраться. Пробуй. Что сжать-то, блядь? Да не ноль, я не хочу ноль. Как поменять блядскую цифру? 202. 202, слышь? А, я понял, все. 2. Нет. Не-не-нет, 022. Ну, блин, просто я смотрю, тут видишь, стерто. 022. Ты мудак, как первым ноль? Нам нужно открыть дверь. У двери первая это двойка, по-любому. Значит, 2. Значит, 02. Или 2-0. Одно из двух. Ты тупой. Ну блин, ты видишь первая цифра над дверью, блядь, двойка. Значит, первая по-любому двойка. Слушай, ставь 2-0-2. Нет, не буду я ставить 2-0-2. 2-0-2 это этот мудак. Дверь вон та, 2-0-2, я вижу. Значит, у нас 2. Может, 2-2-2? А, нет, нельзя, чтобы повторялись. Да открой 2-2-2-0-2, я хочу убить его. Там ящики есть. Ты понял, да? И женская смекалка. Открой под названием... Сейчас. Все. Никаких под названием. Почему? Вот здесь коробки. Здесь две коробки. Ну ты мне скажи, какой у него номер. 2-0... Посередине 2. 2-0-1. Посередине 2? Ты чё, мудак, что ли? Как здесь может быть посередине 2, когда здесь 0 посередине? Ты совсем, что ли, тупой, блядь? Я не понимаю. Уйди лучше, нахуй. Не, ты уже неправильно, уйди, заткни своего соседа, иди разберись с ним, я сам все сделаю. Ты уже неправильно вбиваешь. Нет, сука! Все правильно. Сейчас оттуда выйдет чебурашка. Нету там никого. И скажет, наркотики, это плохо. В один гер, там типа два ящика. Они у тебя тоже синие? Да. Такие синие, как будто неестественно синие. Да, да, да. Блять, то есть я не один такой клевый, да? Да. Пошли. Так, нам сюда. О, там трава. Вот я хочу эту. Один. Тебя не смущает вот этот мертвый чувак, слышь? Меня очень смущает. Какая трава? Ну нам сюда... Какая? Где трава? Вот здесь вот. Где один, что-то два. Один... Блять, что же? Так, что же? Тут три цифры, и они не повторяются. Что же там может быть? Nice. Я не вижу... Где ты увидел, что здесь трава?
слышь, блядь, пошел ты нахуй. Там просто на слева. Надо было посмотреть. Лучше. Да ты потому что не. Вот она. Ты убивать-то его собирался, нет вообще? Он умер вообще-то. Да конечно. Он умер. Ты... Подумай, что что я в него всаживал еще обойму, блядь. Умер. Да, конечно, ведь мобы умирают в этой игре с одного. Так, чё подожди, ты? Нам куда нужно? Нам нужно сюда. В... Блядь. Вторая... Great. А тут вообще нету. Так, ну что я могу сказать? Нужно идти методом исключения, то есть угадать, какие здесь, и значит, они будут не там. Я полагаю, что вторая цифра двойка, первая цифра единица, 1-2-0. Я думаю, 1-2-0, подожди. Сейчас посмотрим. Сука, ты чё ты без меня-то, блядь, смотришь? Оп. Ты... Ну так, сука. Ну, да отойди ты. Сам отойди ты. Ой! Вот это... серьезный противник. Все, готов. Так, значит, берем пистолеты. Я полагаю, ты сейчас начнешь, блять, вообще. Уйди нахуй от пульта, короче. Давай, так. На все кнопки подряд жмет тут, блять. Здесь скорее 201. А что ты только что открыл? Вот эту. Ну и как, какая комбинация у него была? 1-2-0. Или. Да, 1-2-0. Сейчас попробуем. Так. Я думаю. 1-2-0, да? 2-0-1. Нет, блять, неправильно. 2-0-1. Сейчас. Ну давай попробуем 2-0-1. Звучит. Более-менее убедительно, но, по-моему, сейчас слева откроется. Да. Как я и думал. Что это открылось? Я не понял. Видать, с дальней комнаты. Нет, ну вот открылось. Разве нет? А, нет. Нет. С дальней комнаты. А, тут, скорее всего, открылось. Да. Нет. Это... Блин, где дверь эта открылась? Я не знаю. Может быть, это твой сосед нам расскажет? Может быть. Так, ладно. 0-1-2. Ну давай, 0-1-2. Да, как я и думал, она откроется. Так я специально и хотел это открыть. О, у него газовый баллон. Молодец. Да, я знаю. Ну я знаю, что я клёвый. Ты можешь не констатировать. А, вот эта дверь открылась, вот она. В натуре тут трава. На стене лежит. Тут куча всего, слушай. Это надо... Это прикинь, как надо было... две комбинации, чтобы попасть туда, открыть. Ну да. О, а тут для дробаша патроны. Где? Вот там, лежали. У меня там что-то другое лежало. Ну, у нас разный все-таки у нас лут. Ну да. Так, ну чё, одна комбинация, значит, осталась. Давай, знаешь что? Два... Нет. Нет. Блин, не два. Сейчас. 1-0-2 мы же делали вроде бы, да? Да. Да. Ну, остается, в общем-то, только одна комбинация. 0-2-1. Было? Нет. Сейчас, 201. Такой вообще 0, нету. Нет, 0-2-1. Давай, 0-2-1. 0-2-1. Нет. Да.
Я просто посмотрел, как они зачеркнуты. То есть, ну, чем... мне показалось, что там 1-2-0. Ну, то есть двойка, ну, да, то она... что... Она маленькая. Да, слушай, да, да, мне да. кажется, у нас за спиной этому дело лестница, нахуй. Какой? Ой, да ладно. Большой. Ну, он сильный, конечно. Дым, выбили. Тут какая-то камера пыток. Пыток? Ну, блин. Не похоже это на камеру пыток. Я помню это место. Дебора должна быть близко. Дебора? О какой Деборе речь? Она потеряла свою собаку? Кто? Дебора. Леон не понимает вообще, кто это. Ну, это логично. Может, это дочь или сестра? Ну, скорее всего, сестра. Дочь, сомневаюсь, я уж. Чё ты думаешь? Вдруг Хелена, она, блядь, всю жизнь пила ягу и залетела в 14 лет. Так, это кто? Не знаю, если это была Дебора, то я зря, наверное, выстрелил ей в голову. Так, тут дверь. Да, я вижу. О, тут патрон для вербаша. Ну ладно, пойдем. Супадала тебе, кто-то вылезет. Where are you? Это же не Dead Space, чтобы из всех щелей кто-то вылазил. Ну да. Мерто. Так. Тем более тут металлические эти. Все двери вышибают. Ты не хочешь дальше пройти, чувак? Нет, я хочу. А, здесь эти? Здесь её нет. Да ты чё? Как она узнала, я не понял. Вдруг она в этих ящиках по частям. Так, вот. Что-то у меня сейчас просел FPS. Вроде все. Дебора, если ты здесь, дай мне знак. Ебать ты истеричка. Просто, блять, из обе обоймы. Я смотрел... Я смотрел писсуар. Я в мужском туалете. Смотри, отражение какое. Почти четкое. Почти четкое. Помню, раньше в играх это было. Слушай, похоже, отражение сильно FPS просаживает, потому что я тоже сейчас... О! А, нет, все. Смотри. Да, это ты круто придумал. Не зря. Пепел мне на яйца сыпать. Ну ты понял? Ты его бьёшь. Я могу ломать ватманы. Наконец-то. Моя мечта сбылась. Я только что ватман сломал. Это был сон. Тебе никто не поверит. Подожди, еще не все. Или... А это женский, походу, туалет. Ну тут много закрытых кабинок. Ну явно. О, права. О, здорово, друг. Ну подожди, дай в баллон попаду. Ты че, вырвал у него баллон? Да. Молодец. Так, у меня, короче, места нет. Так. А, черт, нельзя комбинировать, если... Ясно. Тут еще можно воду выключить. Почему нельзя комбинировать, я не понимаю. Ну, нельзя две зеленых, если скомбинировать, то нельзя их с красной комбинировать. Бля, конечно. Я только что зеленую скомбинировал с зеленой. Да ладно. Ну, можно ладно. Еще одну третью зеленую скомбинировать, и будет 6. Да, ну ты не поднимешь третью зеленую, если у тебя места нет, а у меня места нет. У меня одно лишнее место. Посмотри, опять дискриминация, сука. В мужском туалете был... Секретная это, секретка. А в женском нет. Ну да. Не, ну тут тоже я не была. Понял, что засудить их что ли или что? Женщины, вы потерялись. Чувак, мы вдвоем ей сколько хедшотов уже поставили. Чё-то не понял. Откуда вывалилось только что? Это? Она лежала здесь. Не, мне показалось то, что кто-то вывалился. Ну да. Слушай, мы зря ее там убили, там из нее что-то выпало, и мы поднять теперь не сможем. Короче, что мы делаем? Не знаю, я вообще не вижу. Я за ширмой граната. Стою. Где? Не знаю, где-то здесь граната. Ну, у меня это пешка. Ой, что? Алина. Так, это босс, вот что это. Чувак. Да. Вон тот вот, который сидит. Иди это сюда. Явно. А, подожди, 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 подожди. Нам сюда не нужно, но я хочу здесь проверить. Здесь наверняка что-то есть, понятно.
Ты можешь дверь открыть? Я могу, но нет. Так, Это определенно босс? Наверное. Слушай, чувак, это какой-то бред вообще, ты... Я в Mass Effect в свое время во втором восхищался, как клево они сделали движок такой, то что CGI ролики моментально переходят из игровых роликов и обратно, без загрузки, без чего. Это был 2010 год. Блять, это 2013 год, и мы, чтобы посмотреть игровой ролик, находясь в игре, даже не CGI ролик, игровой, мы должны ждать загрузку. Ну, блин. Причем это комп, это не гребаные консольки, у которых там процессоры по 20 мегагерц. Happy Birthday, Ada Wong. О, клево. Ада. Встретим ее сейчас? Не знаю. Что-то... Ой, белый шум, чувак. Это не круто. Эй, что за... C-вирус. Или G-вирус, я не рассмотрел. По-моему, C. C-вирус. Это что такое, брат? Ты понимаешь, что вот за нами сейчас такая же хуйня сидит? Я знаю, я видел. О, мадама! Ой, кажется, мы нашли собаку, как я думал. А, это Ада Вонг. Да? Вроде по прическе да. Похоже. Еще с камеру такая посмотрит, как будто она знает, что она там. Да, это Ада Вонг. Похоже на Тринити из Матрицы. Да уж. Кольцо золотое. Че знакомо? Да, видели мы уже здесь такую херню, только уже не помню где. В одном из предыдущих видео. Ты мне это хотела показать? Ну да, стопудово должен встать, не может быть все так просто. Так, ну... Загруз. О, нет, вот эта вот скотина должна встать. Так, ладно, давай обыщем здесь все. Самое интересное, они на кассете это все посмотрели. Заткнись, мы читаем. Блядь. Что читается? Я говорю, самое интересное, то есть это все на кассету было записано, а не на диск. Ну слушай, если из этой херни что-то и вылезет, то это будет клон человека, получается. Ну, скорее всего. Причем очень достоверный клон. Каждый раз, когда у тебя сосед будет сверлить, я буду говорить, что ты пердишь и что ты мерзкий. Отвали. 201. Че 201? Ну, это дверь 201. Ну иди открой. Нет, стоп, здесь. Вот здесь должен быть терминал. Вот он. Давай, открывай. Так. Я тебя защитю. От кого? От этой твари. Я уже. Она должна. А, там еще одна такая. Ой. И мне кажется, что вот те должны встать уже. Ну не может быть все так просто. Так и здесь Ада, по-моему, появилась. О, как же тут весело. Самое тупое, что мы не понимаем. Возможно, Ада это единственный удачный эксперимент. Ну, наверное. Так. Ладно. Что за звук, блядь, как будто стекло трескается. Внизу собака. Но она мирная. Она не кусается, не бойся. Конечно. Запомнил карту? Нет. У тебя есть время. Та, которая слева? Мы должны пробраться к этой двери, ясно. Не, ну тут какие-то обрывы, стопудово, я тебя опять буду как ракету запускать. Блять. Так. Чувствую, сейчас что-то будет. Я открыл одну. Отлично, нам туда теперь назад вернуться. Собачка, спокойно, что вы так... Мистер, спите! Ой, ты где его нашел? Ха, вылез откуда-то. Так, ну это вроде простые. Ну да. На них. Но не нравится мне, вот эти до... Должны, по сути, встать. Откуда Леон бутылку взял, меня интересует.
Ладно, там, когда мы были у Белого дома, или где мы там были. Леон пропитый алкоголик, чувак. Он всегда находит бутылки. Ой, я хотел ее ударить, но в итоге... Ой, я выдохся. Закинулся надо. Тлет! Я слышал сзади вроде что-то, но... А, вот ты где ползешь. Давай убивай. Скорее. Ой, да, тут много. Бутылка у них в руках, чувак. Так-то. Я уже заметил. Ой, тут еще пришли мадамы. Слушай, давай тупо нажмем на кнопку. Потому что я думаю, они не прекратятся. Ну, с них помаленьку пока падают. Ой. Ну вот, видишь? Говорит. Она без головы на меня. Опа, стоп, подожди. Слушай. Ты закрыл меня. Ты меня закрыл. Тебе нужно обратно вернуться вот туда. Погоди, тут вниз спуск какой-то. Ой, мне не нравится тут. Ой, их тут очень много, и они все злые. А, нет, отстань от меня. От... Ай, черт, я промазал. Так. Слишком поспешил. Я открыл. Что ты открыл? Ну смотри. Походу, я себе открыл. Да, ты себе открыл, но не мне. Да. О, а у меня зомби исчезли. Странно. А тут ты нужен, чувак. Да, я знаю, я иду вопрос. Ух ты, успел. Ох. Ну ты где? Да, я тут... А, вот лестница. Сейчас. А, ты снизу? Да. А как ты с собакой не встретился? Ну она в клетке. Да? Пошли, сюда, сюда, подкинь меня. Чувак. Может сюда? Может сюда? Ладно. Ты уверен, что хочешь наверх? А хули делать? Ну давай, удачи. Так. Ты должен что-то, короче, нажать, чтобы я... О, здорово, друг. Это ты должен что-то нажать. У меня тут нет ни одной кнопки. Ну, я спустился показать. Нет, они лезут из всех щелей, как в Dead Space. Так. Вот. Дробаш. Сейчас я разберусь тут и постараюсь тебе помочь. Блять. Блин. Сейчас. Блять. У меня больно, ёбобо меня. Да ё-моё! Всё, меня убили. А. Я не мог прыгнуть, меня самого там упасили. Да сука, я не понял вообще, этот мудак прыгнул на меня, не допрыгнул до меня. Вот если бы он меня сразу допрыгнул, я бы его убил. А он не допрыгнул до меня, мне написали кнопку, я нажал кнопку, а потом оказалось, что всё плохо. Короче, в грудак. О, чувак. Вот как минимум снимать мне все это заново не хочется, так что я остановлю запись. Вот теперь продолжим запись. И у тебя там 4 друга сразу в проходе. Я думаю, я гранатой их встречу. Тепло. Ага. Я, кстати, продолжил уже. Что ты продолжил? Ну да, я тоже. Это логично, потому что мы... Сейчас там, где в тот раз запоролись. Лейте. Пульт. Ну тут куча всего, я должен собрать это все. Ой.
просто рестлинг. Да вообще. Ой, там я не хочу с ними драться. Давай откроем быстренько дверь и уйдем отсюда. Ну их не так уж и много. Ну все равно мне не кайф. Ну ладно. Тратить на них патроны и силы. Так и быть. Там кто-то есть, кстати. За дверью? Да. А ну, что мы, собственно, знали. Сделали? А, пустили всю систему. То есть ходить можно везде теперь. Ну зачем? А, без понятия. Это странно. А, погоди, я сверху не взял. Нам как будто намекают, что мы должны будем вернуться. Ну, может быть. Слышишь звук стал? Нет. Ты слышишь, ну... там собака вроде бы. Нет, там чувак с фонариком в груди. Так и знал, что ты купишься на это. Мэтти! Так, хорошо. Так, ну я прикрываю тылы, если чё. Молодец. Смотри, сверху. Чё, крикун спустился. Я его сейчас с снайперовочки. Так, мадам, вы сегодня прямо безбашенная. ППС сказал мне, пошёл нахуй. Ой-ой-ой. Я даже патроны на них тратил. Мне ФПС говорит просто, пошёл нахуй. Пошёл нахуй, слышь? Ой. Пощёль нахуй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что тут происходит? Мне надоело все. Чувак. Да. Я вот не шучу сейчас, ФПС просто пиздецкий, короче. Что-то игра сказала мне пощёль нахуй. И поэтому давай-ка в В нажми. Иди сюда. Их слишком много. Все. Прыгаем в мусоропровод. Я привык. Мне норм. Мы сейчас прям как дома у Барни Стинсона. Но тебе это имя даже ни о чем не говорит, да? Да. Насколько ты жалок? Насколько? Встречи. Ты нехороший человек. Ах, ну да. Сюжетные встречи. Точно. А, слушай, FPS-то не улучшился, я тебе скажу. Видать, что-то у меня там Steam начал обновление качать, не знаю, или типа того, но я думаю, надо здесь закончить, потому что надо разобраться с этим говном. Да, так что пощёль нахуй. Так что, если вам понравилось это видео, слайд-шоу. Если вам понравилось это слайд-шоу, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал и смотрите альтернативную версию. Вступайте в группу ВКонтакте и... советуйте друзьям, ждите продолжения. С вами был Сет, Jetfire. До свидания. Всем пока.